Несмотря на то, что новогодние и рождественские праздники подошли к концу, Дедушка Мороз со Снегурочкой продолжает вручать подарки юным жителям Ленинского городского округа. На этот раз дорогие гости побывали у Софии Тимошенко из поселка совхоза имени Ленина. Пришли они, конечно, не с пустыми руками, а с целым мешком подарков. Это что такое? Держи, моя дорогая, тебе телефон. С Новым годом тебя! Спасибо. Красивый и современный телефон был давней мечтой десятилетней девочки. А желания детей, как мы знаем, должны обязательно сбываться. Ко встрече с волшебником София подготовилась. Для гостей у нее был свой сюрприз – песня. Мы тебя так долго ждали, 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 добрый Дедушка Мороз. Дед Мороз пришел к Софии не случайно. Она не только хорошо поет, но и рисует, и танцует. Девочка – большая гордость для мамы, которая одна воспитывает четверых детей. Она очень хорошо учится, мне за нее не стыдно. Я открываю электронный дневник, и я смотрю только 4,5. Мне душа радуется. Такой дорогущий телефон ребенку. Это огромное, огромное спасибо. Не устает говорить спасибо и сама София. По ее словам, она словно оказалась в волшебной сказке. Мне очень приятно. Ощущение создается, как будто вы какая-то королева.